Здравствуйте! Вы смотрите программу «Смыслица». Сегодня мы продолжаем разговор о модных словах. Оказывается, модными могут быть не только слова, но и целые языковые пласты. И это, конечно, говорит о том, что определенная область нашей жизни выходит на первый план. Так, в начале 90-х в язык стали активно проникать слова из криминальной сферы. Разборка, крыша, беспредел, наезд. А еще в натуре и так далее. Тема нашей сегодняшней программы – модные слова из блатного жаргона. В 90-е наше общество было сильно криминализировано. Как обычно, язык послушно отражает то, что происходит в обществе. Известный лингвист Алексей Михеев объясняет, криминальная лексика изначально маркировала криминальный слой, и еще 30 лет назад она никуда из него не выходила. В начале же 90-х социальные сдвиги привели к тому, что вся лексика стала перемешиваться, и слова из криминальной сферы стали более или менее нейтральными и вошли в привычный обиход, в язык политиков, учителей, хотя до этого об этом вообще страшно было подумать. Наше общество достигло очень высокого уровня криминализации. Слова из блатного жаргона, вошедшие в повседневную жизнь, сделали криминал нормой. Это определенный социальный феномен, когда сдвигаются границы лексики, тем самым расширяются границы запретного, маргинального, в данном случае криминального. Какие модные слова из блатного жаргона постоянно встречаются в современной речи? Вот пятерка самых популярных. Реальный, четкий, косяк, косячить, конкретный, чисто конкретный, в натуре. Задумайтесь, сделает ли блатная лексика ваш образ более привлекательным, а текст более выразительным. И пусть наша речь будет безупречной. До встречи!